Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня я готовлю легкую и быструю закуску из крабовых палочек. Для ее приготовления нам потребуется на пачку крабовых палочек, у меня 200 грамм, 1 луковица, 100 грамм сыра и 1 столовая ложка сливочного масла. Прежде всего на разогретой сковороде добавляем масло и обжариваем крабовые палочки. Буквально по паре минут с каждой стороны. Эта закуска получается очень вкусной и очень сытной. И готовится очень быстро, за несколько минут. Тем временем, пока обжариваются палочки, мы мелко режем репчатый лук. Обжаренные палочки выкладываем на тарелку. И в этом же масле обжариваем мелко порезанный лук. Добавила немного сушеной петрушки и укропа и продолжаю обжаривать все это на сильном огне. Тем временем, пока обжаривается лук, я обжаренные палочки режу небольшими кубиками. Лук обжариваем до золотистого цвета и теперь в обжаренный лук добавляем мелко порезанные крабовые палочки. Крабовые палочки – это имитация. Имитация, как правило, из рыбы белых сортов. Поэтому такая рыбная закуска, она получается необычайно вкусной и буквально за минуты. Так, пока обжаривается лук с палочками, я тру сыр на мелкой терке. Чтобы придать пикантности, я добавляю чайную ложку соевого соуса. Но это по желанию. То есть вот соевый соус, либо соус терияки. Ну, какой у вас есть соус, любой подойдет. Он придает вот именно пикантности нашей закуске. Итак, обжаренные крабовые палочки с луком я смешиваю с мелко натертым сыром. И пока это горячее, сыр расплавляется и придает сливочности нашей закуске. Подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита! До новых встреч! Пока-пока!